Здравствуйте! Сегодня расскажу вам о препарате эспумизан. Эспумизан выпускается в виде капсул. Действующее вещество – симетикон. Это лекарственный препарат, который применяется для уменьшения избыточного накопления газа в кишечнике. Препарат эспумизан используется для симптоматической терапии при негативных проявлениях со стороны пищеварительной системы, которые вызваны повышенным скоплением газов. Также препарат эспумизан можно использовать как вспомогательное средство при выполнении диагностических исследований брюшной полости, например, при ультразвуковом исследовании, рентгенологических исследованиях. Принимать так. Капсулы эспумизан следует получать во время либо после приема пищи. Детям в возрасте 6-14 лет следует получать по 2 капсулы эспумизана 3-4 раза в сутки. Взрослые дети старше 14 лет принимают препарат по 2 капсулы 3-4 раза в сутки. Применение препарата в качестве вспомогательного средства при подготовке к проведению диагностических исследований брюшной полости происходит таким образом. За одни сутки до проведения запланированного исследования пациенту следует принимать по 2 капсулы эспумизана 3 раза в сутки. Утром в день выполнения исследования требуется принять 2 капсулы эспумизана. Также препарат можно использовать в послеоперационный период. Продолжительность курса лечения препаратом зависит от наличия у пациента жалоб. В случае необходимости капсулу разрешается принимать продолжительное время. Противопоказаниями являются наличие у пациента гиперчувствительности к его компонентам при полной кишечной непроходимости. Не рекомендуется применять беременным и кормящим матерям. Спасибо за просмотр, будьте здоровы! Если понравилось видео, ставьте лайк! Подпишись на канал, и твоя аптека всегда будет под рукой.